Здравствуйте, с вами Елена и Добрые рецепты, и сегодня мы с вами приготовим в одном рецепте сразу два блюда – кыстыбы и кутабы. В сущности, продукты все одни и те же, просто разная форма. Кыстыбы – это традиционное татарское блюдо, ну, по сути, кыстыбы – это просто лепешка, в которую заворачивается начинка. А кутабы уже больше похожи на пирожки. Вообще рецепт кутабов у меня на канале уже есть, с зеленью и сыром, ну а этот рецепт будет с картошечкой. Ссылку на рецепт кутабов с зеленью и сыром оставлю внизу под этим видео. Ну, конечно, это сезонный рецепт, сейчас зимой столько зелени не найти. А сейчас будем готовить с картошечкой. Картофель нарезаем крупными кусками, заливаем кипятком и отвариваем до мягкости. Режем лук полукольцами, морковь натираем на терке, обжариваем лук с морковью на растительном масле около 10 минут, периодически помешивая. Для теста смешиваем 400 грамм муки высшего сорта и 240 грамм цельнозерновой муки. Добавляем пол чайной ложки соли и перемешиваем. Дальше постепенно вливаем воду и вымешиваем тесто. Даем ему полежать минут 15. В общей сложности у меня ушло 370 грамм воды. Обратите внимание, именно грамм, а не миллилитров. К отварной картошке добавляем лук и морковь, солим по вкусу и добавляем перец. Разминаем все вилочкой и перемешиваем. Начинка готова. Теперь готовим кыстыбы. Берем шарик теста, раскатываем его в тонкую лепешку. Выпекаем на сухой сковородке без масла, сначала с одной стороны, потом с другой, около 1 минуты на большом огне. На половину лепешки выкладываем начинку и накрываем второй половиной лепешки. Все, кыстыбы можно кушать. Для кутабов аналогично раскатываем лепешки, но начинку кладем сразу на сырое тесто. Накрываем свободной половиной лепешки и защипываем края с помощью вилочки. Выпекаем кутабы на сухой сковороде, сначала с одной стороны, потом с другой.